А вы живете где? В Пинске. Ну, в деревне Тёши, там Даша на участке. Да. Часто приходится ездить? Часто, зимой вот на работу, там собаки, куры. Куры 2 дня дал бы, да их можно было бы через 2 дня ездить. Но собака же не виновата. И пострелять жалко. Привычка до этого. А вот еще один в машине сидит. Ну, не ругай, Фогя! А вокруг через Завичицы далеко? Разница 10 километров. Ну просто мне сюда западный сейчас надо, то сюда я поехал. А большинство, если погода такая нелетная, то по кругу лучше. 10 километров, говорят, для собаки это не расстояние. Когда самая горячая пора на пароме? Летом, особенно на выходные, когда жарко. Народу тьма, кто на даче, кто с дачи, кто купаться. А когда нелетная погода, да ветер вот сильный, а вы один, как вы в этом случае поступаете? Стою, курю, пока кто-нибудь не приедет. Потому что одному нереально его против ветра перетолкать. Народ приехал, встали и поехали. В грозу паром не работает. Сильный ветер, больше 5 баллов, тоже не работает паром.